С 15 по 20 мая в Ставрополе состоялся один из важных праздников студенчества страны – фестиваль «Российская студенческая весна». Из Республики Татарстан туда отправились более 100 делегатов, большая часть – студенты Казанского федерального университета. В общекомандном зачете сборная Татарстана взяла гран-при, а также завоевала призовые места в направлении журналистика, театр, музыка и танцы. По приезде из Ставрополя в Министерство молодежи Республики Татарстан прошло награждение студентов. Студенческая весна – это тот праздник, который, на самом деле, мне кажется, для студентов имеет наибольшую ценность, потому что таких фестивалей, подобного рода фестивалей, конечно же, альтернатив студенческой весне нет. И каждый студент, творческий он или чуть-чуть творческий, он так или иначе попадает в эту волну, волну студенческой весны. И на самом деле для студента высшей точкой вот этого своего студенческого творчества, конечно, является попадание на всероссийскую студенческую весну. Диляра Сафиуллина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.